Уитакером и Фрэнком Мунисом слегка всех разочаровал. Ну, что нас ждет? Пока что он очень тихий. Старается избежать сильных ударов. Блихер надвигается, но не слишком активно. Он зарабатывает очки. Колено было крайне эффективно весь раунд. Нельзя применять в бою только экстравагантные приемы. Ведь здесь накаленная атмосфера. Мунис старается набрать очки. Несомненно. Он оживает, но нужно больше активности, Киран. Да, он не очень сильно бьет. Посмотри. Я вижу рассечение под глазом. Возможно, от колена. Вы видите, как разошелся Флихер. Просто они уже не думают о призе. Там такое напряжение, что все... Что сказать? Там исчезают амбиции. Из-за напряжения. Три раунда по три минуты. Чудесное выступление на нашем шоу. И такое противоречивое. Бой очень напряженный. Но если честно, оба бойца уже порядком устали. Это хорошо видно на повторе. Отличный удар коленом. Чудесный удар от Фрэнка. Да, превосходный удар. Прекрасные раунды. Отличные атаки коленом. Падает от удара бельгийца Флихера. И снова на ногах. Первым в полуфинал проходит... Мунис выиграл по очкам и прошел в полуфинал в Праге, Чехия. Мастера кикбоксинга, поединок чести.